Прибегут не выключит и шихо, и по лужах вода по асфальту рекой. Свои 95 Прасковья Месиярова все еще бодра и оптимистична, тем более, когда поздравлять приехали такие гости. Достали. Надо гулять. От президента Российской Федерации, от Владимира Ильича Путина, поздравления от президента. Я думаю, прочитаем. Вместе с Прасковьей Леонтьевной в доме-интернате поселка Красочного проживает еще 27 человек. Условия для пожилых стараются приблизить к домашним. Мы идем на уступки, так как у нас мало людей, и у нас есть возможность им приготовить, сделать, как будто бы они дома находятся. И они просят нам то пельмешки им сварить, то яичко пожарить, то сало пожарить. По всему интернату живые цветы. Я накрываю столы, убираю, старичков кормлю. Ну, и на цветы хватает время. Я люблю ими заниматься, развожу. Это чтобы атмосферу создать? Ну да, конечно. Ну а как же? И старички любят цветы, как бы веселее им тоже. Они уже как родные. Вот весь старый дом, они скучают. Вот уйду там или в отпуск, или на больничный. Для подопечных организован досуг. Люди не брошены. Обеспеченный досуг, питание, проживание. Очень хороший коллектив. Больших проблем бы как бы нет, но есть там по мелочам. Конечно, мы с Министерством социального развития и труда, конечно, мы все эти вопросы будем закрывать. Осмотрели и участковую больницу. Она рассчитана на 25 коек. Чистенько, аккуратненько. Чистенький, у нас же ремонт здесь был. Вот сейчас все хорошо. У нас готовят прекрасно. Да. Вообще персонал прекрасный. Я попала сюда, еле дышала, спасали. Здесь у нас вообще чудо. Хорошо. Спасибо всем им. В поселке более 2000 человек. Если действительно необходима лаборатория, она необходимая здесь, может, еще где-то. Лаборант есть, просто оборудование нет. На меня, Вероника, готовьте это. Мы пересматриваем бюджет, значит, в июле месяце. Эта участковая больница – одна из первых отремонтированных в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Объект привели в порядок в 2020 году. Здесь полностью отремонтировано как здание, так и приведена в порядок территория с новым забором, с новым ограждением. Это круглосуточный стационар на 25 коек. И амбулаторный прием, ну то есть поликлиническое, скажем так, подразделение для амбулаторного приема. Кадровый вопрос стараются решать за счет целевого набора и обеспечения жильем молодых специалистов. Молодые специалисты, которые обращаются сейчас и хотят возвращаться, с главврачом прорабатываем, выносим на нашу думу, непосредственно думу нашего Ипатовского округа, определяемся, решение думы, те, которые квартиры у нас есть и возможно распределить, мы распределяем. Также Николай Великдань проверил ход работ по благоустройству сквера на улице Победы. Его приводят в порядок в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Я хотел бы сказать очень искренние большие слова благодарности нашему губернатору Владимиру Владимировичу, который в бюджет края, мы депутаты принимаем, ежегодно оставляем эти статьи, и это вот дало право, сейчас куда ни приедешь, какое село, обязательно что-то хорошее, это сквер, это парк, это детские площадки. Завершилась рабочая поездка традиционным приемом граждан. Такая приятная влезь, беспокойство. Значит, по всем территориям, не только сейчас мы в Красную приехали. Сейчас вот начнем дороги делать и дойдем мы до, значит, Барханчака. Все это вот как бы потихонечку движется. Город Ипатово расцветает, наши точки притяжения, точки роста в школах. Ну, мы не будем как бы наперед забегать. Ну, какой-то, знаете, вот какой-то шажок на 100-метровке к благополучию наших жителей мы делаем. Кира Мартынова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.